Так, ну здравствуйте, это Иван Лимонов, и мы продолжаем проходить Европу 3 за Персию. Так, смотрим, что у нас тут происходит. Так, наши армии пока что не очень-то большие, кавалерии в них не так-то много. Так, ну зато военачальников можно хоть какого-то назначить. Вот это, нет, вот это давайте. Так, риски восстания у нас. Возможно, восстание, кстати, фанатиков. Фанатики. Так, похоже, тимуриды на месте не стояли. Уже наши некоторые провинции стали уже. Да, когда они были владения тимуридов, скорее всего, они уже миссионеров туда заслали. Придется нам отправить сюда миссионеров, потому что они уже исповедуют сунизм. Миссионеры. Шансы на успех 3% всего. Так, и сюда отправляем. Так, у нас сколько денег? Ладно, в Армус мы потом отправим. У нас деньги будут. Так, а пока что... Пока что смотрим в Хамадане. Ну, Хамадан сейчас уже перейдет к государству Джалаиридов. Ну, ладно. Может быть, они рано или поздно от нас выкусят. Так, остальные принцы у нас, конечно, шиитские. В Керман. Ну, конечно, 4% это маловато в год. Так, ну как-то это. Кашмир. Да. От тимуридов я такого не ожидал. Быстрого развала. За 13 лет и уже от самой мощной державы в мире уже ничего не остается практически. Ну и вот у нас появляется повод для войны с джалаиридами. А именно возвращение, чтобы вернуть нашу провинцию Хамадан. Да, плохо, что они с нее начали. Ну ладно. Так, у нас деньги кончились в казне. Так, вот и появились снова. Поэтому давайте отправим миссионера. Хотя ну-ка. Сколько у нас в год? 1.17. Отправим миссионера. Всего лишь 0,2% в год. А чё так мало? Так, давайте тогда, может, наймем теолога, который увеличит наши шансы. Так, покажем картины. Так, метеолога пока что мы не сможем нанять. Нет, давайте наймем. Шансы на успешное обращение плюс 2,5%. Так, сколько он будет... Так, кто-то я уже нажал. Пятого уровня, да? Цена 15. 15 золотых. Давайте его сразу наймем. Сразу наймем. И инвестируем деньги в казну. Деньги в казну, чтобы они у нас не пропадали. Инфляция пока что маленькая, ладно. Мы от нее быстро избавимся. Так, и у нас, конечно же, увеличились риски восстаний. Так, карта рисков восстаний в Кермане и в Ормузе, где у нас возможно восстание фанатиков. Да. Так, давайте, когда у нас... Опа! И мы взяли все-таки кредит. Видимо, я не рассчитал. Ладно. Лористане восстание. Хорошо. Кредит да кредит. Бог с ним. Давайте увеличим содержание армии, чтобы подавить крестьян. Так, давайте двумя армиями на них направимся. Хотя и одной, наверное, хватит. Недовольство среди ремесленников. Высокие налоги, проводимые государством, торговая и таможенная политика вызывают бурные протесты ремесленников и могут привести к резкому снижению объемов производства в стране. Казнить зачинщиков, либо снизить пошлины. Если мы казним зачинщиков, у нас стабильность снижается на единицу. А если снизим пошлины, то личная свобода увеличится на единицу. А мы-то как раз и движемся в личную свободу, чтобы снизить стоимость наших технологий.
Поэтому снижаем пошлины. Это круто, смотрите. Ползунок лишь свободы сдвинулся. Да, и теперь у нас пока что стоимость технологии плюс 4. Плюс 4. Пока что на 4 единицы больше, чем было изначально, но. Точнее, чем в центральном положении. То есть, если мы еще раз двинем, у нас уже тут 0 будет, скорее всего. Так. Крестьян мы победили. Так. Давайте содержание армии все-таки теперь снизим. Сюда. Вот так вот. И отправим наши армии в те места, где у нас наиболее возможное восстание. Хотя на всякий случай одну армию, думаю, стоит отправить сюда. Так, и возможно сдвиг ползука внутренней политики. Давайте сдвинем его. Ну, в централизацию пока что не будем. Давайте сдвинем ползунок в сторону. Так, либо личная свобода, либо свободная торговля. Так, давайте личную свободу еще сдвинем. И инфляция уменьшается на 2%. Но у нас инфляция 0,4, так что. Давайте. Сейчас у нас инфляция 0 будет. Здорово. Так. Так, образовалась Армения. Она, видимо, выделилась из тимуридов. И тут же Каракоенлу ее хочет прихватить к рукам. Да. Я бы им, конечно, гарантировал независимость, но тут нет такой опции, потому что я вассал. Попросим у них проход войск. Так, а с турками мы можем там что-то предоставить, проход войск, например? Нет. Турки что-то нас с нами дружить не хотят. Давайте посмотрим, что мы можем... Как мы можем улучшить отношения с другими государствами, например, Йеменом, который полностью сейчас захвачен мамлюками. А Оману предоставим проход войск. Они все-таки наши религиозные собратья. Ох, по-моему, чуть ли не единственные, кроме Каракоенлу. Так, Хорасан. Образовался Хорасан. Так, это первая провинция. Ну, то, теперь остальные за ним пойдут. Так, у нас 25 выделяется. Так, 25 единиц. Ну ладно. Пока что сойдет. Так, магистранта отправим на картину. И у нас, смотрите, уже 18 тысяч рекрутов доступно. Теперь 19, а максимум вообще 21 тысяча. Вот тимуриды вообще. А вот он, Хорасан, вообще. Тимуриды, конечно, выкусили в самом начале прямо. Нам жутко повезло, конечно. То так бы мы сидели и ждали тупо их развала. Лет 100, например. Так, ну, тут, видимо, кто-то... Да, они войну закончили. Ну, пока что окончание войны мало, чем поможет Тимуру. Смотрите, нет, у них война сейчас с Хорасаном, куча восстаний всяких националистов. Белуджские патриоты, смотрите, какие они. Вот. Так, у нас армия 17 тысяч. Лимит снабжения 17, все нормально. Слаз войны 0. Задание какое у нас там было? Спасти братьев, ну да, в провинции Хамадан. Объявить войну мы никому пока что не можем, потому что мы вассалы. Так, а снять... Так, ну мы можем, конечно, расторгнуть вассальный договор. В любом случае, так, Каракоенлу. Но они пока что нам опасность представляют. Давайте посмотрим. Так, заключил. Так, посмотрим, сколько у нас... Сколько у Каракоенлу войск. У нас 17 тысяч, у нас армия. Ну вот у нас почти что на первой странице. Ну, на второй странице самая первая у нас. А у Каракоенлу армия
Рока, ну пока что мы не видим. Так, ну ладно. Но они близки уже к развалу, конечно. Но неохота с ними воевать, естественно. Пока что. Ну давайте лучше денег накопим, а потом расторгнем вассальный договор. Все-таки с тимуридами постоянно придется воевать. Хотя с другой стороны, смотрите, у Тимура какая армия. Вообще ничто. Они, у них, по-моему, вообще ноль. Что ли? Так, давайте отсортируем подержа и посмотрим у тимуридов карме. Тимуриды. Так, 2000. Зашибись, 2000. А у Каракенлу. Посмотрим, какая армия. Каракенлу, где у нас? А у них 11 тысяч. Да. И с теми воевать, конечно, неохота одновременно. Так, у нас три колониста. Давайте, когда у нас число колонистов достигнет 5, мы таки расторгнем вассальный договор. И тут же тимуриды нам объявят войну. Колонистов у нас, конечно, мало. Так, ну-ка, персидские националисты восстали. Ну, это хорошо. Может, даже не придется с ними воевать. Так, а нам хватит? Нет, денег нам пока что не хватит. Хотя, посмотрите, вроде бы хватает. Так, давайте поддержим патриотов за 80 золотых. Так, ну, один полк, это маловато, конечно. А, нет, 4. Смотрим, 4 целых. Так. Еретические исследования торговли. Отряды сановников державы поступили жалобы, что наши купцы используют совершенно еретические методы торговли и что мы должны остановить их немедленно. Принять требования инвестиций в торговлю меньше на 632, либо игнорировать их. Стабильность уменьшается на единицу. Игнорируем. Неохота мне жертвовать инвестициями в торговлю. Так. Так, и Микран переходит к Белуджистану. Так, вот наши патриоты взяли Гурган. Так, четвертый колонист доступен. Так, Каракай, ну тут одно. С кем воюет сейчас? С Грузией. Но Грузия уже взяла Золотая Орда, я смотрю. Так. Так, посмотрим, как у нас дела в мире-то вообще. Так, Венгрия воюет с Золотой Ордой. Австрия уже, видимо, повоевала с Венгрией. И не только с Венгрией, еще и с Миланом. Так, Англия до сих пор ничего не может сделать. С Ирландией и Шотландией. Тут у нас шведы, норвежцы. Пока что все практически как было на исходной версии. За исключением того, что Богемия присоединила к себе Силезию еще. Да, Богемия это, конечно, государство вообще. Так, смотрим, у нас наши националисты пока что стоят. То есть они Гурган к нам присоединят, будет вообще круто. Так, Гератия, патриоты Хорасанские. Так, похоже, я спровоцировал не наших патриотов, а Хорасанских. В этой провинции. Так, и у нас нам нужно выплатить долг 1 мая 1419 года. Так, а у нас поступления в казну не очень-то большие. Так, давайте тогда. Проинвестируем в казну денег, чтобы нам хотя бы просто вернуть долг. Турки тут стоят что-то и ничего не делают.
У них тут восстание полно. Видимо, прохода войск никто не дает ему. Им, например, мамлюки какие-нибудь не дали проход войск. Так, у нас 5 магистрантов. Надо срочно использовать на заказ картин. 3 картины заказали. Так, у нас советников теолог. Так, ну шансы, конечно, у нас все равно маловаты у каждого миссионера. Давайте еще закажем инвестиции в торговлю, например. Ну-ка. Так, 1463. Ну, поскольку доходы нашего государства возросли, теперь технологии будут значительно быстрее исследоваться. Так, ну мы копим денег только для того, чтобы вернуть наши кредиты, долги. Так, интересно, Гурган. Так, что там исповедует? Суннизм уже. Успели же эти тимуриды всех обратить? Так, 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 Белуджистан, только не идите в Гурган. Идите вот так, все правильно. Ах вы, казахская орда. Казахская орда решила наших патриотов. Так, а что если мы еще тут восстание поддержим? Нет, мы, к сожалению, не сможем поддержать патриотов в Гургане. Ну ладно. Убийство дворянина. Благородное семейство были опорой власти в те времена, а убийство главы семьи становилось сильным ударом по ее благосостоянию. С разрастанием религиозной вражды убийства знати становились все более и более частыми. Пусть сами разбираются, стабильность падает на единицу. Взять ситуацию под контроль, власть богатых увеличится на единицу. Так, ну мы, кстати, и хотели идти к власти богатых, потому что эффективность торговли увеличится на 5%. Поэтому берем ситуацию под свой контроль. И идем в сторону власти богатых. Кстати, наши патриоты, похоже, выносят казахскую армию, потому что у наших патриотов технологии-то соответствуют нам, а у нас 5-й военный уровень. А у казахской орды военный уровень, скорее всего, 3-й. Их войска значительно слабее наших. То есть патриоты, видите, они имеют технологии державы, патриотами которой они являются. Да еще и находится в обороне при этом, в горной местности. И тут горная местность, и они находятся в обороне. Поэтому казахская орда просто поражение терпит от патриотов. И вынуждены уйти просто, отступить. Это хорошо, конечно. Так, а пока ждем. Должен выплатить займ в следующем году. Так, у нас доступны дипломаты. С кем мы можем улучшить отношения? Так, смотрим, кто у нас тут претенденты. Нет, не националисты, а претенденты. Так, дипломаты, купцы доступны. Так, не, ну пока что копим деньги. Пока что копим деньги. Джилриды, кажется, не могут справиться со своими повстанцами. Это хорошо. Ну-ка, в Шехерезоде. Шаризхория. Тимуридские претенденты также. Так, возвращаем. Пришло время вернуть банковский заем в размере 114. Возвращаем заем, и у нас хотя бы сейчас не будет процентов по займу идти. Инфляция уже, конечно, возросла. Так, и у нас тут уже много кого доступно. Колонисты и прочее. Так, и Нагайская орда теперь уже борется с нашими патриотами. Так, ну это терпеть уже невозможно, конечно. Так, и в Каракуэнлу акуэланские националисты. Давайте расторгаем теперь военный вассальный договор с Каракуэнлу. Видите, у них уже стабильность минус 3. И все равно они нам ничего не сделают. Так, стабильность падает. Стабильность, конечно, падает наша. Так, ну когда она возрастет? Ну тут же. В следующем году буквально. Так, и сейчас нам объявят войну кочевники. Давайте сразу подведем войска.
войска в дэште лут. А этих сюда, в керман. Так, Армуз обращен. Так, кто там у нас? А, каракайлунские претенденты. Так, доступно 4 магистранта. Так, ну деньги у нас, конечно, тают каждый раз. Но давайте сейчас дождемся следующего года и наймем, наконец, еще одного советника. Новая провинция Гурган. Так, ну несмотря на то, что Ногайская орда наших националистов персидских вынесла, они не успели взять крепость. И Гурган переходит к нам. Вот наша еще одна национальная провинция. Но она также является тимуридской национальной. Поэтому здесь могут возникать восстания тимуридских патриотов. Поэтому будем держать ухо востро. Так, это патриоты хорасанские. Ну, они нам не нужны. Так что, как только тимуриды объявят нам войну... Так. Как только они объявят нам войну, мы тут же возьмем Хорасан, нашу национальную провинцию, и начнем ее колонизировать. Так, первый 1420-го. Так, ну на этом серия подходит к концу, так что давайте до встречи, до следующей серии. С вами был Иван Лимонов. Пока.